Всем привет! Проходим игру Half-Life. Где-то уже концовкой попахивает. Мимо. Так, тут что-то открывается, закрывается. Дыры какие-то. Надя, в глазик. Лечилка. Так-то лучше. 87, 88. Туда вроде бы. Проваливайся. Опять дерьмище какое-то грязно-коричневое. Эй, друзья. Колобки с ногами опять. Что такое? Почему меня закрыли? Внимание, химическая опасность. Кто это мне? Закройся. Так, давайте. Ну, аптеки, как всегда, не вовремя. Это что такое сломалось? Что за херня? Спать. Кривой. Тихо. Шустрый. Больно резкий персонаж. Сложно стоять на одном месте. Ах, нога. Он уже весь на костылях, наверное, бегает. Обнаружен гигантский перелом. Надо вот туда, по-моему, там телепорт. Да блин, опять.
Может приседать, но... Сюда хрен его знает. Ты где? Надо на этот, на самолет попасть. Не знаю, так или так проходить. Ну, главное, доплывёл. Улица эта долбёжная. Кто поделится аптечками? Кого они тут долбят? Тут нет никого. Опять скинули. Жрешь своих же мух. Отлично. Еще один. Спать. 26. Как-то хреново проходить 26 жизней. Надо найти аптеку. Вот аптека есть. Так, теперь, значит, допрыгнем. Курица, курица. Ты где? Я тебя не вижу. Мухи, определите, где у нас тут курица орёт. Сейчас тебе покажу, где курица зимует. Тут что-то нефть, что ли, выкачивают. Мух боишься? Не боится он мух. Тык. Что-то тут пролезть я не могу. Ух ты. Оба-на, он тут все поломал. Мне его не завалить. Где-то там топчется. Ну, надо проверить вообще-то, что здесь есть. Муху вам не надо, невкусная. Делать нечего.
ждет кого-нибудь задолбить. Пробуем бежать. Вроде он слепой. Ох ты, пришел уже. Иу. Куда-то не туда. Как-то он увидел. Странно. Ну и нахрен ты сюда пришел? Стоит, ждет. Иди погуляй. На, запрыгивай. Инвалид. Запрыгивай. Как тут клёво сделаны текстуры. Эх. Да не хочешь он нахрен запрыгать. Дерьмово тут все сделано. Не лезь она. Ни хрена какой-то камень. Торчит, блин. О, ну нифига. Да как так? Ку-ку-ку-ку-ку. Не достал ты меня. По-моему, они не боятся. Лови. Отдыхай. Энергия восстановлена до 45%. Ладно, сойдет. Разве вы не один? Разве вы не один? Да что за ужасное место. Фабрика, что ли? Чужих. Бе-бе-бе-бе-бе. Я последний глаз выбью. Последний и единственный. Я тебя поджарю, да. Да хайлаш там. Куда-то туда едет, все туда шевелится. Ты где? Че они опять появились? Они что ли бесконечно лазят? Дам курица, курица.
тебя в лесилку ушел. Я сейчас полечусь. Нету никого. Точно лечилка. Мощно. Надо наверх. Так. Второй этаж. Третий. Не понял. Какой-то у вас хреновый лифт. Не поднимает до последнего этажа. Фигню залезти. Он на самый верх поднимает. Чик. Чик. Что тут делать? Туда не надо вроде. Разве вы не один? Разве вы не один? Сюда? Что-то я заблудился уже. Бумс. Лови. Чуть не свалился. Курица опять. В голову размозжило. Там что-то лежит, надо проверить. Энергия восстановлена до 30%. Щука. И откуда он пришел? Ну, не вижу. Выходи на честный бой. Попал ведь. Молодец. Нет, тут не залезти.
сюда. О, лабиринтов тут понаделали. Вы тут сами-то как ходите? Как вы тут сами-то живете? Чик. Грязь я последний год. Надо попробовать. Бе-бе-бе-бе-бе. А это? Опа! Ну чё, выпарился? Еще один сзади где-то. Надо как-то не попадать в эти. Вот из них большие дяди выпариваются. Хорошо, у тебя мозг большой. Попроще попадать. Меня током тут ударил. 50. Осталось. А эти-то придется, наверное, заминировать. Так. Бабах. Эх, ноль осталось. Кого-то замочил. Клевые самонаводящиеся мухи. Отличная вещь. Надо аптеку. Срочно. Аптека есть. Все, я в аптеке. Подзарядка. Интересная у вас аптека. Без лекарств лечит. Даже вентиляция у чужих есть.
Чик. Чик. Космическая вентиляция. Ты где? Давай, Васик. Меня не стреляй, а пока патроны заряжу. Блин, сказал он не стрелять. Лечилок нет? Не вижу. Он явно говорит курица. Не видно. Лови. Завод. Кажется, там телепорт наверху. О, как кстати. Пока оружие зарядить. Все. Теперь я снова целый. Не понял. Где ты? Где? Ну да. Чё нет-то? Лифт застрял. Нормальное явление в Half-Life застрять в лифте. А не лишка-то ли на 40%? Поналетели. Стоп, стоп, стоп. Ну, хотя бы так. Нормально. Какой-то еще проход. А, она не опускается. А
А здесь то же самое, только с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал ведь, а? Снайпер. Кажется, мне надо в другое место идти. Взрывчатка. Какие звуки тут жуткие. Разогнался. Где почесать спину? Где круги мотаешь, мотаешь, ходишь туда-сюда. Пойди еще не туда. Ты где? Чик. Ты че? Так просто я пришел? Типа за аптечками. Че и не смоешься, не повредившись. Обратно. Лифт. Крутые у вас лифты. Прям головокружительные. Где? Ты где? Это не ты. А мне все равно. У меня лечилка есть. Надя последним снарядом. Последний лифт. Только не застревай. Тут нормально прыгает. Без подвертывания ног.
какой-то портал самый главный. Эй, а чем тебя стрелять? Чем тебя стрелять? Чё за херня? Главное, в дерьмо телепортировали. Трыщ! Сейчас еще из дерьма выбираться. Ух ты, нифига у него тут гигантские прыжки. Вообще невесомости нету. Ладно, на этом хоть спасибо. Аптечки. Эть. Да блин. Тихо, тихо, тихо. Почти улез. Ты где? Иди на дно. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Тихо. Вот он. Зимний портал. И я вернулся. Так нечестно. Да как подпрыгивать-то он? Капец. Вот ты молодец вообще. Да блин, опять куда-то говно телепортировал. Телепортатор, хрена.
Самый главный телепортатор. Немножко патрончиков. Все равно мало. Надо шарик попрыгать. Давай, разгон делай. Там кристаллы какие-то. Да блин. Их. На. Курица. Я покажу курица. Надо еще дно проверить на наличие оружия. Ракета. Или это не ракета? Комплект. Эх ты, рыбина. Тут как тут. Надо сваливать отсюда. Как задницу не отпустила. Заодно и полетим. Это уже последний главарь должен быть. Босс. Вселенной Зен. Все. Надо сейчас как-то туда подлететь. Ну блин, какого хрена? Перелом. Перелом мозга. О, там рыба. 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 Да, как-то и упрыгивает он коряво из воды. Ну, ёпарши-то, наконец-то. Да хватит меня уже телепортировать. Thank you.
еще и рыба тут. Ага, нормально, чё? Чем тебя тут популять-то? Тебя что-нибудь берет вообще? Ты бронебойный. Он что-то сам с собой берет. Кажется, его ничего не берет. Кончились. Кио. Че его не берет? Скотина такая. А ну, хватит лечиться. Сражайся. Все, пройдись на кассету. Давай, дохни ты уже наконец-то. Он же мозги открыл. Все. Дохни. Не говорите, что тут куда-то бежать надо от взрыва. Мужик в пиджаке, опять ты. Я взял на себя смелость разгрузить вас от оружия, тем более что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Скоро пограничный мир станет нашим, благодаря вам. Вы там неплохо поработали, я удивлен.
это был вас моим работодателем, и они разрешили предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Что за херня происходит? Вы доказали, что вы человек действия, поэтому я не думаю, что у вас будут долгие колебания, что делать. Войдите в портал, и я приму это за да. Иначе... Ну, мне придется тогда предложить вам безвыигрышный вариант. Хуже, чем то, что вы перешли. Время выбирать. Чего выбирать? Это время выбирать. Время выбирать. Пойдем. Мудрый выбор, мистер Фрим. Мистер Фримен, статус нанят. Балф это. Ну все. Игра пройдена. Даже на легком уровне я бы не сказал, что легкая игра. По сравнению с играми теперь, которые сейчас выходят с автоматическим лечением, там вообще можно закрытыми глазами всю игру пройти. Ну что же, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и всем пока!